Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня у нас роскошный синий эфир. Где тут у меня гель-лачочек? Ой, испачкала. Короче, синий. У нас сегодня будет ода синему оттенку из новой коллекции. Вот, я наконец успокоилась по зеленому цвету и прихожу на синий. Недавно показывала эфир уже с этим дизайном. Сейчас будет несколько дизайнов. И уже придумала себе маникюр, который у меня будет в понедельник. Он будет синий. Это очень роскошно. Причем один я сделала очень роскошный, а второй эпатажный, но он максимально минималистичный. Сейчас я вам покажу. Так, одну секундочку. Так, это то, что я решила сегодня вам показать. Во-первых, чем я вдохновлялась? Я вдохновлялась новым шоу Роберто Кавалли. Здесь очень много глубоких оттенков. И как раз бордовые, малиновые, темные оттенки, темно-синие оттенки, темно-зеленые оттенки. В общем, все оттенки, которые мы видим в нашей коллекции Аристократик. Напомню, что у нас вышла роскошная новая коллекция в роскошной красивой упаковке. Посмотрите, какая коробочка. Коробочка сделана для того, чтобы доставлять вам эстетическое удовольствие. Понимаете? Поэтому мы коробочку превращаем с вами в подставочку. Мы ее не выбрасываем. Посмотрите, как красиво. Хочется ее гладить и трогать. И одним движением ваша коробочка превращается в подставку под гель-лаки. Да, кстати, напомню, что в этот раз в подарок идет черный шармикон текстовый. И сегодня я решила из этой коллекции использовать два оттенка. 492 и 496. Упор буду делать на синий, потому что мне сейчас приспичило сделать себе синий маникюр. Плюс я увидела новую коллекцию Кавалли, да, а она такая вся вот темная, понимаете, вот все оттенки, как в нашей коллекции. Вот я снова посмотрела на эти темные оттенки, думаю, хочу тоже темный маникюр. И у меня есть два варианта, будем сегодня с вами выбирать мой следующий маникюр. Мы делаем либо вот такой скромный минималистичный, либо вот такой роскошный синий маникюр. Итак, что же нам с вами понадобится? Давайте начнем просто с синего покрытия. Мне в этот раз там нужно новый материал протестировать. Я не буду делать длинные ногти. Придется, короче, убрать вот так длину по натуральные ногти. И как раз, я думаю, синий цвет на такой средней длине, даже где-то на короткой, будет смотреться роскошно. Так, я уже бутылек уделала, конечно. Напоминаю, оттенки многие в этой коллекции максимально плотные. Смотрите, как даже на прозрачном я прям вот тоненько наношу. И реально в один слой можно. Но только максимально тонкий. Нальете килограмм, не высохнет, имейте в виду. Но какой же он красивый. Роскошный, красивый. Сразу же покрываю несколько тип с синими. Маникюр придумала просто роскошно. Теперь не могу определиться, какое. Ну, чувствую, конечно, выберу минимализм. Мне как раз для аккаунта надо выбрать что-то более однотонное, но при этом, чтобы было эпатажно. Тоже в один слой. Так, сушим. Кто помнит, я показывала на той неделе вам зеленый маникюр. Он меня очень вдохновил. Видите, идея родилась еще в клубе, который у меня идет в канале. Канал Эми Мастеров, где я там по средам веду день дизайна. Вот, и там я придумала очень прикольную технику. И вот вам уже сегодня буду в третий раз показывать только варианты дизайна другого. И вот идеально именно для темных цветов. Итак, я вам предлагаю к темным цветам использовать все оттенки золотого. Такой стиль арт-деко где-то. Где-то абстракция просто. И мы с вами возьмем
Где пластина? Так, а где же пластинка-то? Вот она. Как раз здесь и абстракция, и анималистичность, и есть как раз арт-деко, который я очень люблю. Это пластина текстуры номер 13. Так, поехали. Экономим время, поэтому я сейчас буду делать стемпинг по дисперсионной пленке. А когда мы делаем стемпинг по дисперсионной пленке, нужно быть очень осторожными. Потому что бывает, надавливаете, и по дисперсии прям рисунок начинает ползти, расползаться. И мы сейчас сделаем с вами с фоном и без фона. Работаем быстро. Видите, я сильно не давила и сделала с помощью переката. Потому что иногда бывает страшно, хочется сделать без переката, например, да, вот просто перпендикулярно отпечатать, но бывает по дисперсии так надавливаешь, и вот здесь вот по бокам рисунок может вот так чуть-чуть испортиться из-за дисперсии. Так, роскошно получилось, все чисто. Дальше мы берем топ-слайдер. Дальше мы берем топ-слайдер. Сушим 30 секунд. И я вам сегодня хочу показать слайдер. Я им еще не работала, я вам его только показывала. Это эфемерность. Потому что когда я вижу синий оттенок, к нему очень классно может подойти этот слайдер. Во-первых, пою оду нашим слайдерам, которые вышли этой осенью. Рекомендую купить не только этот слайдер, а все абсолютно, потому что они сделаны с использованием всей золотой фольги. Смотрите, очень много добавлено золотых элементов. И что интересно, здесь у фольги идет защита, эпоксидная смола небольшим тонким слоем. И в этот раз получилось сделать максимально эластичные элементы, что даже вот такое количество фольги будет очень хорошо качественно ложиться. Так, а здесь мы просто покрываем топ-слайдером. Потому что нам для наклеек на водной основе нужна дисперсия. У топ-слайдера отличная дисперсия, подходящая для нас. Так, и здесь что хочется взять? Конечно же, мне очень нравятся и просто вот эти акварельные варианты. Вариант, вот где на заднем плане идет фольга, тоже очень круто смотрится. Ну, давайте вот здесь вот без фольги сейчас возьмем. А для второго варианта, например, просто возьмем вот такую абстракцию. Хорошенькая. Конечно, этот слайдер еще круто смотрится на вот таких вот серо-бежевых цветах, оттенках. Видите, он тоже крутецки смотрится. Хотя синий может вот так в паре идти с серым, да, с таким бежевым, да, часть ногтей синий, часть ногтей бежевый. Но мы с вами сегодня только про синий говорим. Так, понятно, что это водичка. Водичка. Все слайдеры рекомендую отпечатывать при помощи слайдера. Ой, стемпинга, прошу прощения. Потому что все слайдеры, которые идут на подложке, всегда лучше вот таким способом отпечатывать. И, например, можно по центру сделать. Получается, здесь стемпинг, он идет как фон. И наклейка смотрится не ярко, потому что если бы я взяла какой-нибудь яркий слайдер, был бы перебор, потому что синий цвет, такой цвет, прям с ним нужно быть очень осторожным, чтобы получилось без такой вульгарности, что ли.
Вот, поэтому я специально взяла для темно-синего цвета гель-лака темно-синие слайдеры. Вы видите? Что получается не контрастно. Так, а теперь смотрите, как смотрится фольга офигенно. Вот я сейчас беру Ultra Bond, да, это праймер. И обычно фольга на слайдерах, она вся плывет. Ну, как бы слегка все равно такой, знаете, рисунок не идеальный. Оно тоже, в принципе, неплохо. Вот. Но всегда хотелось что? Работать с шармиконами. А тут слайдеры получились универсальные. Они и элементы, как у шармиконов, ну и цветные слайдеры. И вот я сейчас, когда покрою финишем, вы прям увидите, что фольга, качество ее не изменилось. Она вот как стояла на месте, гладкая, где-то даже объемная, она так и осталась. Смотрите, как хорошо видно, какое качество фольги. Даже точечки вот эти мелкие в идеально хорошем состоянии. Поэтому сейчас рекомендую слайдеры покупать, потому что они все закомпонованы, видите, и с отдельными золотыми элементами. Вот эти золотые элементы, смотрите, я сейчас, например, вот просто приклеила, да, вот чем вам не шармикончик, да? Или вот здесь где-то козявочки, где-то у меня были золотые козявочки, я их тоже сделала. Так, а куда я? А, вот они, смотрите, тоже круто. Ну, классно же. Как шармикон по качеству получается. А это, на минуточку, на водной основе наклейка. Вы видите, какое качество золотых и серебряных элементов можно сделать. Вот так выглядит золотой стемпинг и золотые элементы. Давайте я вам, наверное, вот так сфотографирую. Можно сфотографировать. Видите, часть ногтей можно со стемпингом сделать, часть просто со слайдерами. Где-то можно, видите, просто стемпинг. В общем, делайте 10 пальцев и делайте все разные. А одинаковость за счет чего будет? Одинаковость будет за счет цвета, да, и за счет одного принта, один принт у стемпинга. И один вариант слайдера. И за счет этого вроде ногти разные, не скучные. Еще раз напомню, это номер 139. Я вот сейчас теперь мечусь делать мне вот такой синий маникюр. Либо мы с вами сейчас приступаем к следующему варианту. Посмотрите, какая круть. Ну, сейчас не все это поймут, но мне кажется, это просто что-то великолепное, роскошное. Как делаем? Снова берем наш красивый синий цвет, номер 492. Так, перекрываем. Перекрываем сейчас. Я хочу вам два варианта. Один вариант сейчас буду сделать дотсом, второй просто с кисточкой. А вы мне потом скажете в итоге, какой мне делать маникюр. И берем с вами акригель. У Эми акригель прозрачный, называется акригель глаз. Кто не видел мой прямой эфир с зеленым маникюром, обязательно рекомендую посмотреть, потому что я показываю этим материалом, можно в принципе даже такую маломальскую лепочку сделать. Вот, ну нельзя сказать, чтобы это прям супер комфортно лепить, но тем не менее очень даже неплохо. Так, и берете с вами берем наш акригельчик
мешаете с тем цветом гель-лака, который был использован для фона, потому что здесь вот именно для такого дизайна классно сделать цвет в цвет. Вот. А если вы хотите сделать цвет в цвет по рельефу, то, конечно, нужно брать этот же гель-лак. Намешиваете. Так, ну акригеля надо побольше положить, иначе не высохнет это все счастье. Сейчас мы еще добавим. Потому что я сейчас экспериментировала, любая высота просыхает. Самое главное, чтобы акригеля прозрачного было нормально, тогда это все счастье высохнет просто роскошно. Все, намешали. У этой консистенции после полимеризации получается офигенно красивый такой сатино-матовый эффект. И мне очень нравится, когда этот же эффект у нас присутствует у фона. Поэтому мы с вами сейчас сделаем абсолютно матовые ногти. Вот, и дизайн этот делается уже сверху финиша. Потом ничем уже не перекрывается. Поэтому мы сейчас с вами наносим финиш. Мы сейчас с вами наносим финиш матовый. Это уже все готовые ногти у вас. Больше финиш нам не понадобится. Не понадобится. Так, сушим. И делаем такой шок-контент. Посмотрите, как это красиво. Я в это влюбилась. Я еще влюбилась, когда я вам зеленый показывала. Это же случайно получилось на самом деле. Вот. Всегда случайный дизайн получается самым удачным. Так. Сушим. Первый вариант предлагаю фактурку сделать с дотсом. Берем там самый обычный дотс. Как красиво смотрится, да? Так, можно даже взять какую-нибудь, там, не знаю, бумажечку и слегка где-то подразмазать. Зависит от того, какой вы рисунок хотите получить. Да, ну вот, например, вот эту толщину убрать, да, вот эту, наверное, толщину убрать. Я обычную бумажку взяла. Все, вот прям. Можно, кстати, подсушить и еще раз пару бросить абстрактных штучек. Вот, а потом мне понравилось, я еще вот так делала. Смотрите, берете вот так кисточкой, загребаете, прям даже так, чтобы побольше было, смотрите. Тут, кстати, красивее на предыдущий типсе легло. Сейчас мне нужно, вот, наверное, вот эту сосисочку чуть-чуть. Вот так. Для гармонии. Смотрите, специально положила такой килограмм, чтобы вы увидели, что все это счастье просыхает. Сейчас увидим, что получилось. Так, сушим. Пока сохнет, я вам хочу поделиться трэш-контентом. Вот, ну как, это не прям сказать, что это трэш-контент. Это, в общем, мой ребенок сделал ногти своему клиенту. Сейчас я вам покажу. Видели когда-нибудь такой маникюр? Он сейчас, кстати, очень популярен в ТикТоке. Вот, если вы не видели, вы не модный мастер. Вот, а моя дочка 2008 года рождения, да, она же мастером подрабатывает, иногда делает ногти своим там подружкам, знакомым, подружек.
И посмотрите, что это тут за прелесть вот такая у нас. Я, конечно, в шоке была. Я сначала подумала, у меня... Я сначала подумала, что у меня косоглазие. Думаю, что она ей делает, когда проходила мимо. Вот. А это прям полноценное наращивание, прям по технологии. Я, конечно, клиенту ее сказала, что вам нужно быть очень осторожным, потому что если вы где-то с этим стрянете, ну, повредите ноготь натуральный. Вот. Ну, клиенту было без разницы. Она сказала, я хочу этот тренд. Она пришла с этим трендом, с картинкой к моей дочке, к мастеру, и попросила это сделать. Вот. Прикиньте вообще, что творят. Так, а у нас уже все подсохло. Давайте с вами обезжирим. Посмотрим, какая получается красивая бархатная поверхность у рисунка. Я, кстати, не знала, но это, оказывается, тренд такой. Мне прям потом в ТикТоке показали эти ногти. Они сейчас, вот молодежь, просят мастеров делать такие ногти. Ой, смотрите, как красиво, девочки. Ну, это же просто роскошество. Вы видите? Все, я хочу такой маникюр синий. И ничего больше. Вот здесь все остальное лишнее. Все внимание на цвете и на фактуре. Акцент будет на цвет гель-лака. Так, давайте посмотрим, как мы вот этот булыжничек обезжирим. Причем булыжничек реально подсох, девочки. Вот я прям трогаю, а он даже не продавливается. Потому что это акригель. Понимаете? Просто он подкрашенный акригель. Ой, смотрите, как красиво тоже. Сейчас мы его матовым сделаем. И у нас с вами получается вот что. Как вам такой маникюрчик? Ну, давайте голосовать. Кто за какой маникюр? Какой мне следующий маникюр делать? Этот или вот этот роскошный? Кто за какой маникюр? Голосуем, пишите мне. Какой? С дизайном или с барельефом? Мне, конечно, вот я склоняюсь к этому, конечно. Барельеф кто-то пишет, барельеф, кто-то пишет роскошный. Так, что делаем, барельеф или роскошный, дорого-богато? Так, и еще я хотела сделать парочку коричневых вариантов, потому что есть у нас коричневый цвет в этой коллекции, роскошный коричневый, однозначно тренд сейчас с этими коричневыми цветами. Потому что реально, я уже сама хотела побежать себе купить в этом сезоне и пальто коричневое, а не черное, хотя собиралась черное покупать. И обувь уже думаю купить не черную, а коричневую, потому что это жутко просто модно. Так, я сейчас парочку сразу тоже сделаю коричневый. Сейчас показываю тоже вариант дорого-богато и минималистичный. Ну, минималистично мне нравится на коричневом делать тоже этот же слайдер. Смотрите, несмотря на то, что он, казалось бы, синий слайдер, но мне кажется, так красиво этот слайдер смотрится на коричневом маникюре. Прям роскошно, вот скажите. Очень хорошо смотрится, класс. Синий с коричневым, да? Вот, и вот такой вариант сейчас я вам покажу. Ну, это такой, знаете, ноготь-царь. Таких либо два ногтя сделать на мизинце. Два мизинца, либо сделать два больших. Будет классно. Так, сделали. На одном варианте также мы сейчас с вами постараемся прям по дисперсионной пленке отпечатать стемпинг. И пластину я беру эту же, номер 13. Только беру вот этот очень плотный принт. Здесь, конечно, нужно прям четко его отпечатать. Прям лак должен быть не подсохший. Прям хорошего качества лак должен быть.
потому что, еще раз, я сегодня экономлю время, поэтому вы обратили внимание, я сегодня стемпинг делаю не на теклос, а делаю его на дисперсию. Поэтому движения должны быть, видите, четкие и с перекатом. Почему делаю с перекатом? Потому что по дисперсии, если вот так бы я отпечатала, была бы вероятность, что вот здесь по бокам, где типс идет на изгиб, у меня бы рисунок по дисперсии поплыл. Вот. А так, видите, все четко отпечаталось. В принципе, на дисперсионную пленку возможно работать. И дальше мы берем с вами наш роскошный мультипл гель, потому что фольгу сегодня хочется, конечно, использовать. Когда я работаю темными цветами, золото, серебро, фольга смотрится обалденно. Сегодня у нас с вами золото. Это дизайн, который я показываю, его можно сделать на любой принт. Вот, я просто рисунок, видите, такой очень сплошной выбрала. Кисточку беру широкую. Я часто так, кстати, делаю. Косячки, когда надо скрыть по периметру от стемпинга. И прохожусь, просто делаю такую отторочку, оправу нашу многоточку. Я не боюсь, потому что раньше было всегда страшно делать по периметру. Если фольга не отпечатается, то жопа. Извините за такой сленг. То сейчас реально чисто, идеально. Даже у начинающих мастеров, даже если вы никогда не отпечатывали эту фольгу, а по периметру отпечатывать ноготка фольгу на самом деле сложно. Вы видите, все равно идеально будет. Идеально будет по периметру. Смотрите, как чисто по периметру отпечаталось. Так, ровно 30 секунд. Берем фольгу именно Эми. Смотрите, каждый раз повторяю, какую брать фольгу. Если хотите просто идеальное отпечатывание, а дальше на стемпинг. Смотрите, чистейший отпечаток. Брать фольгу нужно Эми, а еще лучше желтое золото, благородное золото. Так, возьму в руки. Благородное золото и серебро. А, блин, испортила. Вот почему на дисперсии. Дисперсия-то никуда не делась. Ну ладно. Пальцем вот здесь, видите, дотронулась, а по дисперсии высохший лак поплыл. Ну ладно. На клиентах понятно, что вы так делать не будете. Это здесь при отпечатывании не держится типса. Типс лезет. Все, и обязательно пройтись, все запечатать. Довольно-таки быстрый вариант дизайна. И посмотрите, как вот этот слайдер роскошно будет смотреться на коричневом. Еще раз специально вам покажу вот этот цветок. Смотрите, с золотом на заднем плане, такой кусок прям фольги золотой. Еще раз хочу вам продемонстрировать, какие классные сейчас новые слайдеры. Кто знает наши шармиконы, стикеры, да, на клеевой основе. В основном мы делаем их элементы золото, серебро. Тот понимает, что вот сейчас новые слайдеры, это напополам. Какие-то элементы как шармиконы, а какие-то, понятно, что как слайдеры. Это очень удобно. И как хорошо синий вообще смотрится с коричневым. Так бы вот жизнь бы не догадалась, да? А тут, когда пробовали все новые слайдеры в рамках новой коллекции, оказалось, что коричневый вполне себе вообще дружит с этим слайдером.
Видите, здесь абстракция. И обращаем внимание ваше. Смотрите, какая фольга целая. И идеальная фольга. Даже на вот таких мелких, тонких элементах. Видите? Как шармикончик лежит. Лежит как шармикончик. Так, ну, на этом все. Спасибо, кстати, за ваше голосование. Да, скорее всего, все-таки будет у меня вот этот матовый маникюр. Очень уж прям мне хочется на левую руку. Он как раз она у меня короткая будет в этот раз. Всем большое спасибо. Ссылки на покупку материалов обязательно в описании к этому эфиру сейчас повесим. Всем пока-пока.